Спасибо. Я предлагаю переместиться в центр обработки сообщений, спросить наших коллег, скучно, девочки, или нет? Как там у вас обстановка, Татьяна? Наиля, совершенно не скучно. Вопросов у нас очень много. Как только в эфир выходит президент, вы понимаете, какой сразу скачок идет по количеству обращений, когда люди видят это живое общение, живую связь с президентом.